Утверждение такое, при всех достаточно больших n, вероятность того, что n поделить на альфа g больше, чем омега g, больше 1/2. Вот можно просто так коротко написать. То, что оценка лучше оценки, это в сущности означает, что n поделить на альфа g больше, чем омега g. Правильно? Да. Вот. Ну, давайте как-нибудь это доказывать. Если бы вы знали, что такое логарифмы, то я вообще в миг бы вам все доказал. Ну, поскольку вы понятия не имеете, что такое логарифмы, ну или, может быть, имеете какое-то очень смутное понятие, то я обойдусь без этого. Буду использовать какие-то функции, которые вы себе хоть как-то представляете. Ну, там, корень кубический из n, например, вас не смущает такая функция? Нет. Корень четвертой степени из n, целая часть от корня четвертой степени из n. Не смущает. Такие функции не смущают. Ну, вот, значит, будем работать с такими функциями. Вот что докажем. Давайте, во-первых, докажем, что вероятность того, что альфа g, ну, скажем, меньше строго, чем целая часть от корня кубического из n, вот эта вероятность больше 1/2, начиная с некоторого n. Вот это мы хотим доказать. Начиная с некоторого n. Утверждение понятно, как доказывать, вы, конечно, не понимаете. Я не предполагаю, что вы сейчас мне скажете, как нужно доказывать это неравенство. Давайте я сразу раскрою все карты. Давайте я сформулирую пункт 2, то есть сразу скажу, что надо еще доказать, а потом докажем последовательно пункт 1 и пункт 2. Давайте так? Да. Так будет понятно. Так, пункт 2 состоит в том, что омега g меньше той же самой величины. Так, а наверное, у меня 1/2 вот здесь не хватит, я тут сообразил вдруг. Так. Это я ошибся. Так, ну давайте сейчас скажем. Я хочу доказать, что эта вероятность большая, эта вероятность большая. А значит вероятность того, что оба события выполнены, тоже большая. Вот давайте я, наверное, скажу вот так, что-нибудь типа 0,9, ну уж точно хватит. На самом деле эта вероятность будет стремиться к единице, прямо стремящимся к бесконечности. Про пределы говорить не буду, а напишу в числах. Начиная с некоторого момента, 0,9 служит оценкой снизу для этой вероятности. И здесь тоже напишу, скажем, 0,9. Смотрите, почему это победа? Тоже начиная с некоторого момента. Вот это тоже начиная с некоторого момента. Почему, если мы докажем оба этих пункта, мы их пока не доказали, но скоро докажем. Вот почему, если мы их докажем, то это будет победа? Давайте попробуем осознать. Смотрите, вот тут написано некоторое событие А, состоящее в том, что число независимости случайного графа меньше какой-то величины. Тут написано событие Б. И мы знаем, что вероятность А больше, чем 0,9, допустим, знаем. Вероятность Б больше, чем 0,9. Так, как можно тогда оценить вероятность пересечения событий А и Б? Это, по идее, вы можете сами сообразить. Произведение? Нет, ни в коем случае, потому что никто не утверждает, что эти события независимы. Я не утверждаю, что события А и Б независимы, ни в коем случае. Перемножать, конечно, я не буду. Ну, наверное, надо нарисовать какую-нибудь картинку. Вот событие А, условно, вот событие Б, условно. А нас интересует вероятность их пересечения. Но я, на самом деле, плохо нарисовал там, они сильно будут пересекаться. Смысл же очень понятен. Представляете себе, ну, давайте так, сейчас я нарисую, и будет совершенно понятно. Это пространство элементарных исходов. Что такое омега? Контрольный вопрос слушателям. В нашем конкретном случае, из чего состоит пространство элементарных исходов? Омега — это n. Не, подождите. N? Мы работаем со случайными графами вообще-то. А, это множество всех случайных графов? Конечно, это вот та самая тучка, про которую я когда-то говорил. Конечно, просто множество всех графов на n-вершинах. Омега — это просто множество всех графов на n-вершинах, имеющие мощность 2 в степени c из n-подобных. То есть тут все стандартно. Случайный граф. Вот у нас есть какое-то событие А. Оно состоит из тех графов, у которых число независимости маленькое. Да. Есть какое-то B,
оно состоит из тех графов, на самом деле, у которых омега относительно маленькая. То есть нам нужно найти количество графов, которые... Ну, я опять плохо, конечно, рисовал, потому что мы знаем, что А занимает, по сути, 0,9, ну, так сказать, от площади этого омега. Ну, не от площади, конечно, там площади никакой нет, но доля тех графов, которые попали в А, относительно всего омега, это доля 0,9. То есть картинка-то правильная вот такая. Вот такое здоровое А, и рядом с ним такое же здоровое Б. Ясно, что они достаточно сильно пересекаются. На картинке это сразу видно. Но насколько сильно они пересекаются? Минимум на 80. Если каждый из них занимает 90% от общего объема, так сказать, этого пространства, от всей тучки. А тучка у нас в данном случае однородная, там никаких сгущений нет, потому что вероятность ребра одна, вторая. Ну да. Все графы равны возможности. Вот. Поэтому это просто доля от множества всех графов, вот эта доля 0,9. И в том, и в другом случае. Ну, значит, пересечение, наверное, то есть, вероятность пересечения, но она, во всяком случае, больше, чем 0,8. А это значит, что она больше, чем 1/2. Но, ведь смотрите, а из каких графов состоит пересечение? Из тех, у которых омега маленькая, меньше, чем корень кубический из n. Но и альфа тоже маленькая, меньше, чем корень кубический из n. Раз у этих графов альфа маленькая, то, какой у них то какая у них вот эта вот величина? N поделить на альфа. Она ведь большая, правильно? Да. Если альфа меньше вот такой величины, значит n поделить на альфа это как минимум n в степени 2/3. Грубо говоря, да? Да. Ну так n в степени 2/3, начиная с некоторого n, точно больше, чем n в степени 1/3. Да. Все, у нас получилось, что если мы доказываем вот эти два пункта, то, конечно, вот такая вот дробь, она оказывается сильно больше, чем вот такая. Давайте поймем, почему вероятность пересечения этих событий все-таки больше, чем 0,8. Нужно сказать так. Раз мы знаем, что вероятность А больше, чем 0,9, значит, вероятность его отрицания, ну то есть, что произойдет не событие А, что наоборот будет обратное неравенство, да? Меньше, чем 0,1. Меньше, чем 0,1. Так? Вероятность не Б тоже меньше, чем 0,1. По той же самой притче. Правильно? Да. Но тогда вероятность объединения не А и не Б чего не превосходит? Чего меньше строго? 0,2. 0,2, конечно. Ну, потому что вероятность объединения событий точно не больше, чем их сумма. Сумма вероятности этих событий. Да, да. Больше... Но тогда вероятность отрицания вот этого вот объединения больше, чем 0,8. А отрицание объединения это пересечение отрицания, правильно? Да. Это вы знаете, да? Да. Что отрицание объединения это пересечение отрицания. Ну а отрицание отрицания это само А. То есть, когда вы пересекаете отрицание отрицание А и отрицание отрицание Б, вы как раз получаете пересечение А и Б. Да. Ну вот, оно больше, вероятность больше, чем 0,8. Значит, нам осталось доказать оба пункта, правильно?